Хай, всем с вами Чел, добро пожаловать в новый проект, который название я не придумал, но сойдет. Длинные команды. Да, сегодня я вам покажу длинную команду под названием YouTube Gear, это так, да? И, короче, давайте сделаем то, что нам надо обязательно сделать. Это прописать команду. Чтобы выдать себе команда блок, это slash give, суник, команд блок пишите, и вы получаете команды блок. И вот такие дела. Давайте откроем и вписываем эту команду, которую можно будет скопировать в описании. Точнее, это будет ссылка на эту команду и создателя. Так, и давайте активируем. Вот у нас выпадает вот так вот. Такое строение. Да. Создатель у нас The Red Ninja и YouTuber Gear 1.1.9 или выше версии Minecraft. Да. И чё? Что для ютубера надо? Ну, конечно же, помещение. Что еще ему надо? И больше ничего ему не надо. И камера, и все. Но нет, нам надо много чего. Всякого. Всякое нам надо. Так, давайте поставим стол себе вот такой. Самый лучший стол в мире. Просто я обожаю этот стол. Вот не бы такое. Давайте лучше сделаем круче стол. А что? А что, как нубики сидим с таким стволом? Опа. Да, я просто вот такой столик. Как раз зашей бедно вообще. И вот. И что нам надо? Конечно же, компьютер. Как мы без компьютера окажемся? Это же вообще кирдец. И чтобы создать компьютер, вот это все наши крафты, нам надо выкинуть эти блоки, то есть 4 редстоун, нет, один редстоун блок, 4 факела редстоуна и 4 стекла. У нас получается такое яйцо спавна. Из чего будет? Пух. Раз у нас появился компьютер, ну чего? Его еще не убрать, потому что еще неправильной стороной стоит. Что делать? Вы знаете? Я не знаю. Армур стенд. Ничего себе. Все, выбили себе компьютер обратно. А то слышь, да зажал это фигнюшка, ничего себе. Конечно, ты не ожидал такого поворота. Да. Вот так то сделаем. Пихаем компьютер, у тебя у нас есть монитор. Компьютер это, и нам нужно больше освещения для нашей студии. Скрин-скрином. Вот. И все, теперь может заняться роликами, их рендерить и так далее. Но нам нужна мышка, чтобы эти компьютеры пользоваться, когда где кнопки 2 редстоун факела. И ничего не происходит. Чужая фигня. А знаете что? Я попутал. Нам нужно 2 редстоун пыли, а не факела. Вот что прикол был. А, вот. И нам выпадает мышка. Давайте ее поставим. О, боже мой, смотрите, какая же крутая мышка, смотрите. Смотрите, какая мышка. О боже мой. Все. Не нужна такая мышка. Ух ты, я мышку сломал. Опа. Что тебе делать? А, я себе стол сломал. Зашибись. Эх. Допустим, вот все, у нас такой стол, тебе такая мышка. Все. Тихо. Теперь нам нужна камера. Как же камера делается? Возможно, 2 факела. Точнее, там один факел должен быть вообще-то. Один факел, 4 железа, 4 палки. Это не крафтится, потому что у меня там много всего. Раз, два, три, четыре. Раз, раз, два, три, четыре. Нам выпадает камера. О, да. Давайте поставим сюда. И смотрите, какая красивая у нас камера. Какая же у нас крутая камера.
Прямо смотрит на тебе. Прямо тебе в душу. Как тебе так жить? Ну, ладненько. Может, все-таки поставлю этот блок. Ладно, не поставлю, так не поставлю. Да. И что ж, все. Ладно, у нас теперь есть камера, тебе вообще зашибись. Только неудобно. Стоя работать. Давайте снимем кресло. Кидаем три черных половичка. Iron Trapdoor и вот это End Road. Нам выпадает кресло. Смотрите, какое кресло. Можно на него сесть. У нас камера нас снимает, да, и мы работаем с компом и снимаем летсплей. Да? Но что ж, еще что-то не хватает. Точно, нам нужны колонки, чтобы звук надо слышать. И нам надо сделать, кинуть две палочки и две нотных блоков. У нас получаются вот такие колонки. Их нельзя повернуть. Это обидно, но ладно. Тоже прикольно. И у нас так, супер звуковая система. Домашний кинотеатр, тупо. И теперь у нас вообще зашибенно. Теперь все слышим, и у нас теперь можно полноценно снимать. Но прошло пару месяцев, пару лет. Мы набрали более 100 тысяч подписчиков. И нам YouTube присылает, конечно же, Silver Button. И теперь у нас есть серебряная кнопка, которая у нас будет висеть на стенке всю нашу жизнь. Да, у нас две кнопки, потому что у нас теперь два канала. Вообще, у меня было три канала, нет, но теперь официально у тебя только два. Вот такие дела. Да. Надеюсь, что тебе понравилось это видео. Поставь лайк. Если хочешь еще больше таких команд, я, конечно, буду снимать. И понимаете, это все без модов, это все команды. И знаете что, можно делать много чего с помощью их команд. И да, это очень круто. Фух, буду искать для вас много разных команд. Больших, если, конечно, это вам понравится. И все, народ. Всем пока.